Жительница подмосковного Пушкина Пелагея Сергеевна Герасимова обратилась за помощью к депутату Госдумы Наталье Саниной практически в отчаянии. Женщина столкнулась с некорректным поведением медиков в районной больнице, а также пожаловалась на противоречащие друг другу назначения разных специалистов и недостаточное лекарственное обеспечение жизненно важными препаратами. Несистемное, во-первых, поступление, без системы. Я даже не знаю, когда. Хотя бы предупредили, чтобы этот препарат как-то растянул сочетание с гидреей. Народный избранник Пелагею Сергеевну внимательно выслушала и пообещала всестороннюю помощь. Для вас нужно все-таки собрать Пушкина консилиум целого ряда специалистов, достаточно много. Гематолог, невролог, нейрохирург. Уролог, естественно, терапевт и эндокринолог. Значит, по вашим документам мы делаем ксерокопии, и по вашим документам я пишу программу вашего консилиума. И мы это проводим в ближайшее время в Пушкинском районе. Видновчанин Виталий Тимофеев на прием к Наталье Саниной пришел уже во второй раз. Год назад ему уже оказали помощь, но за время, прошедшее с первого визита, накопились новые проблемы. Мне выделили партия «Единая Россия» адвоката, который мне помог решить дело, которое я год не мог решить, потому что мне требуется поддержка человеческая. И также помог решить вопрос с физкультурно-оздоровительными мероприятиями. И сейчас я просил, чтобы это как бы бессрочно было, чтобы не приходить по таким вопросам еще раз. Виталий также пожаловался на проблемы с обеспечением медикаментами и попросил помочь разобраться с долгом по ЖКХ. Мужчина не может работать из-за болезни, а его пенсии по инвалидности явно недостаточно, чтобы и алименты детям платить, и на жизнь хватало. Народный избранник и с этим пообещала помочь, отметив, что в целом ситуация с лекарственным обеспечением клиник и жителей Московской области за последние 3 месяца улучшилась. Масса препаратов, которые дофинансируют наш региональный бюджет. И сегодня мы получаем достаточное количество, в общем-то, средств для того, чтобы обеспечить. Несмотря на то, что сейчас каждый может обратиться к власти через портал Добродел, электронные приемные или почту, очный прием депутата по-прежнему востребован и эффективен в решении множества вопросов. На такой встрече народный избранник может выяснить все нюансы дела, посмотреть и сразу отсканировать документы для дальнейшей работы, а также возьмет решение вопросов под личный контроль. На это отводится не более 30 дней. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Виднетова.